Руководство канала HBO охарактеризовало этот необычный сериал как не предназначенный для иностранной аудитории. Некоторые иностранные телеканалы рискнули и купили эту диковинку. А зарубежные представительства канала HBO демонстрировали сериал в других странах. Также за рубежом распространялись издания сериала на DVD. Название этого многосерийного фильма – «Карнавал». «Карнавал» был выпущен телеканалом HBO и транслировался всего-то два сезона. Автором идеи телесериала был Дэниел Науф. Первоначально «Карнавал» задумывался как полнометражный фильм, но толстенный сценарий подразумевал небольшой мини-сериал. В конце концов идеи заинтересовались на HBO, и вскоре на студии дали зеленый свет на съемку. Был выделен бюджет около 4 миллионов долларов на каждый эпизод. Это позволило много снимать на натуре, задействовать много актеров, а также активно развивать сюжет. Роли ключевых персонажей сыграли Ник Стайл и Клэнси Браун. Сюжет развернулся во времена Великой депрессии, в период 1934-1935 годов. Нам представлены две сюжетные линии, которые постепенно сплетаются воедино. В первой показан парень по имени Бен. Он обладает даром целительства. Он прибивается к бродячему балагану, когда караван машин балагана проезжал мимо его дома. Бена начинают посещать странные и ужасающие видения, которые указывают на связь балагана и некоего человека со способностями, как у Бена. Другая сюжетная линия о проповеднике Джастине Кроу, живущего в Калифорнии. Подобно Бену, он может видеть пророческие видения и по ходу развития сюжета обретает просто невероятные мистические способности, которые затмевают людям глаза. В то же время проповедник знает о них все. Джастин видит в себе посланца Бога, но истина абсолютно противоположна его мнению. Критики довольно-таки высоко оценили сериал. Звучали рецензии, что это просто невероятно интересно и масштабно. Только за первый сезон в съемках поучаствовало около 5000 людей. Создатели, да и вся съемочная команда, были буквально одержимы идеей, чтобы все выглядело правдоподобным. Прически, машины, одежда, еда – абсолютно все. Сценаристы еще до начала съемок сериала провели предварительную работу по сбору информации в исторических архивах. География съемок сериала весьма обширна. «Карнавал» снимался в Южной Калифорнии, в Малибу, на натурных съемочных площадках Ланкастера. Второй сезон почти полностью был снят на Big Sky Movie Ranch. Каждая серия представляет собой противоборство сил добра и зла. Действие накаляется и достигает апогея к заключительным сериям, где дается ответ практически на все вопросы по сюжетным ходам. Практически на все. Сериал был закрыт так же быстро и неожиданно, как и запущен в производство. Значит, действительно, создатели нащупали какие-то ниточки, ведущие к пониманию мироздания и смысла существования на этой планете, раз чья-то могущественная воля распорядилась остановить все на втором сезоне. Хотя сериал был очень успешным и обладал огромным потенциалом, множество фанатов остались в недоумении. На смену «Карнавалу» пришли другие, искусственно раздутые и раскрученные, хромые доктора и островитяне, ищущие непонятно что и непонятно где. Напоследок отмечу, журнал «Афиша» включил «Карнавал» в 50 лучших сериалов всех времен. Несмотря на достаточно непродолжительный двухсезонный показ, «Карнавал» получил многочисленные награды и номинации. Например, в 2004 году первый сезон сериала был номинирован на 7 премий «Эмми», из которых по праву получил 5.